Здравствуйте всем! Давайте сегодня нарисуем золотую рыбку в аквариуме. Начнем с рыбки. Вот так мы рисуем. Начинаем рисовать нашу рыбку. Золотую. Хвостик. Плавнички. Голова, глазик, и сделаем ей ротик. Так, потом мы сделаем ей вот такие чешуйки. У каждой рыбки чешуя, даже у золотой. Так, рисуем восковыми мелками. Теперь нарисуем аквариум справа и слева, ребят. Так, сейчас я подвину свой рисунок. Вот так. Справа и слева делаем аквариум. Вот таким вот образом. Раз. Два. Вот такие две дуги. Одинаковые. И делаем дно. Вот так соединяем. Почти одинаково. И наверху делаем вот такой вот, тоже такую дугу, соединяющую наш аквариум. Так. Внизу, если что-то неровно или как-то что-то не получается, ничего страшного, мы только учимся. Вот так, да? А внизу мы положим здесь вот такой разной формы камушки. Так, давайте вот здесь вот продлим дно аквариума, чтобы легче было представлять, где у нас лежат камушки. Положим, разложим вот так вот внутри стеклянного аквариума разной формы камушки. Вот, чтобы нашей рыбке было там комфортно, уютно. И нарисуем потом уже в цвете, нарисуем с вами ей растения. Так, давайте начнем раскрашивать рыбку. Так, давайте завершим вот здесь наверху наш аквариум круглый. Вот такой вот дугой тоже завершаем. Так, ну что, давайте золотую рыбку раскрасим оранжевым цветом. Вот тельце само сплошным оранжевым цветом раскрасим ее. Возьмем, давайте, желтый, раскрасим ей переднюю часть ее. Так. Давайте сделаем ей красным плавник и хвост. Хвост и плавник. Если хочется, вы можете даже каждую чешуйку раскрасить в разный цвет. Теперь раскрашим наши камушки. Коричневый я возьму. У меня он очень светлый. Можно тоже раскрашивать прям вот так. Быстро. Потому что черным у нас уже обведен каждый камушек. Вот так вот будет проще. Если хочется, можно каждый камушек, не каждый, а отдельного, допустим, раз. Вот этот камушек, вот этот, через один. Немножечко поднажать на мелок. И они будут отличаться. Видите, какой-то камушек темнее, какой-то светлее получится. Вот так. Теперь давайте сделаем зелень.
растут щеку в аквариуме. Вот такими вот движениями мы делаем растущую зелень в аквариуме. Берем другого цвета, зеленый, и раскрашиваем. То есть не раскрашиваем, рисуем вот такую вот зелень. Теперь берем голубой и делаем вот такие вот движения, легкие, плавные. Мы рисуем воду. В аквариуме слегка проводим нашим мелком. У края нашего аквариума можно чуть-чуть потемнее, чуть-чуть поднажмите, сделайте вот так. Мы сделали воду прям до самого-самого конца. Вообще можно было немножечко вот здесь вот ее сделать. Ну ладно, сделали, сделали. Так. Можно еще добавить другого цвета, синий. Вот так вот. Тоже по краям я немножечко затемню. И вот это место я тоже затемню. Это у нас внутри видна вода. Ну что, по-моему, здорово. Если нравится, ставьте лайк и подписывайтесь. Всем до встречи. Пока-пока.